На улицах города появился крайне агрессивный человек с неуравновешенной психикой. Мужчина снимает видео, а записи выкладывает в интернет. Павел Мельников. Подробнее о весеннем обострении и его последствиях. Роман, или же более известен в узких кругах, как Уилсон, один из наших львов, который долгое время подписан на канале, и все, кто приходит на стримы, его знают. Как выяснилось, он еще и очень хотел заниматься Ютубом, и вот он начал вести свой канал. Естественно, не могу не порекомендовать продвижение наших львов, поэтому обязательно зайди по ссылке в описании. Если вдруг тебе понравится, то ты сам знаешь, что с этим делать. Богом клянусь, я почти смонтировал скетч, вот он. Но я хочу показать вам кое-что другое, потому что он пока более актуальный. Кто-то мог уже видеть, не все видели, но Саня очень крутой видосик сделал, я должен его сюда вставить. Ты охуел? Ну так видишь, места мало. Соблюдай социальную дистанцию. Так как по-другому? Вообще-то твой член упирается мне в зад. Так что, мне отойти? Ни в коем случае. Играя в Хан, постоянно сталкиваешься с одной проблемой, а именно той, что тебе начинает надоедать все оружие. И вроде бы есть решение, сбрось престиж, бери другой сетап, но я и так сбрасываю престиж. Я и так постоянно играю на разных пушках, и беда в том, что даже меняя их постоянно, они начинают надоедать. И в таком случае у меня, как и у многих других людей, есть несколько сетапов, которые проверены временами, с которыми просто весело играть. Они не всегда жутко результативные, нет, они иногда могут быть супер нерезультативные, как тот же Деринджер, с которым ты будешь бегать и радоваться. Но так или иначе, этот сетап заставляет тебя улыбнуться и выйти из зоны привычной тебе, из зоны комфорта. Ну а перед тем, как начать это видео, я попрошу тебя подписаться на канал, поставить лайк под видео и, естественно, написать комментарий, этим ты очень поможешь продвижению канала. Приятного просмотра. Как я и сказал, когда я не знаю, с чем хочу идти, я беру спектр на флешетах, но в этот раз флешеты у меня открыты не были. Однако, мы все знаем, что после обновления на саплае можно найти кастомные патроны, которые можно сменить. И как раз таки перед входом на мельницу был саплай, на котором были флешеты. И, естественно, я их цепанул. И вот что из этого вышло. Флешеты, кстати, некит не будешь брать? Блять, на терминус. Цепить флешеты сейчас. У тебя терминус? Ой, терминус, спектр, да-да-да. Ну давай цепанем, хули бы нет. Ну как будто хотя бы дальность повышается. Ну зато стены не простреливаются. И людям страшно. А что у тебя на второй слот? Конверсия на ЦМО. Не, у меня второй слот... Как говорится, я вооружен. Мне теперь нужны кастомные патроны, видите? А там на саплай ты подбирал? Я взял, да. Так у меня теперь всего 7 пуль с собой. Они же обновиться должны, когда ты берешь патроны. Нет, в ноль уходят. Мед как раз... Нет, нет, ты еще их с собой берешь. Ага, он там. Крыша. Вот здесь это? Нет, он в сторону свалил и, кажись, поднялся наверх. Лошадь с той стороны орёт, сейчас еще ханты придут. Это бабка. Это шумилка. Он на мне. В дом ушел. Зря собрал. О! Ты его убил? Да. А он сольник, походу, все. Заткнулась метка, которая здесь была. Вот здесь эта метка. Погодите. Так они на где-то... Он встал, что ли? Ну это оттуда пришли. А ты его поджег? Да, я его. Вон он, за вышкой. Подлин. Угу. Да, он нихуя себе. Да, а он... там точно двое? Дал, убил. Ага.
Еще один где-то на 180, пацаны. Где-то вот здесь. В той стороне. Их убили. С этой стороны человека убили. Опять жук. Жук летит, да. Надо мной. Из нечего тоже. Из пепелива. Тихо, метка замолчала. Там убили еще одного. Под вышкой. Во-во-во-во. Меня убили сбоку. 73 метра, ага. Винфилд, снайперка, жнец. Если есть чем подкурить, поднять, точнее, поднимите, плиз. У тебя есть некет, некромант? Да, цепляю. Ага, кайф, спасибо, да, братан. Да понял. Я понимаю, где он, я примерно понял. Сейчас встанешь, тебя убьют. Тут Ромеро лежит, интересно. Я предлагаю не сидеть здесь, пойдемте этих типов забирать, которые с Винфилдом был. Пошли, пошли. У нас еще там тип, он в воде может свою пизду поднимать. Не, он отбежал. А где он был? Ты примерно понял, да, Никит? Он где-то в сторону при речке. Вижу одного. Подкурил. Дал кровотека. Где? А, вот здесь, за скалой, за этой. Мотается, сучка. Еще один у меня здесь. Дал кровотека. По мне скинулись. А, меня снайпер убил. Стрелок Витерля. Жнеца убил. Короче, ты помнишь там, где мы стреляли по этому, под вышечку? Вот там этот волк-одиночка. Умотал. Витерля, опытный стрелок, меня убил. Я понял, понял. Здесь еще был какой-то первый тир, по-моему. Никит кого уебал. А, ладно, ты его убил. Тут еще на мне пизда одна. Еще, там еще тип. Я его убил. Здесь двое еще. Вот здесь. И там, да-да-да. Давай ты тем, ты своим, я своим. Здесь некий. Некий пушить решил. Где-то на мне. На мне. Дал. Убил. Некий твой где? Братан, блядь, что там? Два раза хитанул, Жакан Спектр. О, прям это мне надо. Мной был. Как далеко от тебя? Сколько метров? Ну, блядь, метров... А, так ты разменялся. Да? Я разменялся? 13 метров. Да, труп лежит. А, да, 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 все, да. Значит, успел. А я думал, что два раза хитанул только. Хорош, брат, хорош. Стой, сколько людей мы убили здесь? Я так и не понял. Можно я заберу спектр, пожалуйста? Заберу. Я изначально как бы на нем пошел в катку. Ну и тут уже выяснилось, что сервер полностью мертв. Мы просто пошли и зарубили босса, и с наградой ушли в новую катку. Опять один босс на карте, это значит, что все будет довольно весело и интересно. Вообще люблю, когда один босс на карте, значит файт вам точно обеспечен. Мы, естественно, быстренько его забрали и слышим, как к нам бегут гости. А что мы делаем, когда приходят гости? Правильно, раздвигаем ноги, накрываем стол. Перепутал. Угу. Ебать, а я не перезарядился еще. Прям в упоре. Угу. Динамайты. Они у нас в подвале, блядь, бегают. Да, я видел сейчас типа, скорее всего. Типы в подвале. Ну там внизу. Нету их. Ну, у нас нету, а так они стоят. Минус. Ага. Не, у него копье, блядь, было, прикинь. Муха на кого поставилась. Кто въебался? Я.
А зачем ты заминировал эту дверь? Потому что вот на случай, если копье, нахуй, ее можно выломать. Еще раз. Блять. Я тоже хочу пострелять. Выводи его, выводи на себя. Вывел. Нахуй вот вывы. Вот. Ты добил его, да? Сука, да, а, я да, добил его, блядь. Там еще чувак вдалеке есть один. Издалека, да. У тебя дверь открыта, блядь. Некромантом. И давай потом сразу меня. Давай, 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 да. Блять, вы дикари, нахуй. Вы так позавидовали моим киллам, что побежали? Да. Хороши пиздец, друзья. Вон там видел, типа. Угу. В подвале у нас пиздец, да? Они вообще в том здании. Берите метки. Не могу. У нас тройка. Один вот здесь у меня. Здесь прям. Это был размен, Никит? Нет. Я... Ладно. Там Ромеро. На обычных. Фрау Перхта. Белая. Где она? Ага, понял. Четверо. Начали разрезываться. Один у нас вот здесь. Да, он еще тут. Отхожу, 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 отхожу. ХП нету. Сзади, у меня в спине. Хорош, кто это был? Это он. Тебя враг один прикрыл. Так, парни, патроны ставлю, кому надо. Кто на месте стоит еще? Секунд нету, хуёво. Дайте секунду, кто из них не в подвале? Нету. Где? Сейчас на вас. Тройка здесь. Отсюда. Убил. Одного или двоих? Я не понял. Двоих. Один там. Где, где, где? Видел. Убили? Нет. Он последний, реально? Дал кровотек. Он течет, течет. Отхилился. Убили, убили, хорошо. Так, все, это весь сервер, да? Вроде как. Давайте лутать типов. Кушать? Ну не, блять, парни, ну это пиздец. Я заметил. Признаться, эта катка понравилась мне особенно, на самом деле. Да, в ней не было супер много киллов от меня, но вся динамика катки, настроение катки довольно позитивное и прям, ну, вайбовое такое. Не знаю.
Ну, на этом на сегодня все. Обязательно подпишись на канал, поставь лайк и напиши в комментарии, какое твое оружие для выхода из этой стагнации, из этого депрессивного мира. С чем ты любишь веселиться, обязательно напиши. И дай бог попробуем это. И дальше будет только интереснее. Пока-пока.